Приветствую, друзья! Когда-то давно у меня уже был обзор на наушники Nice HCK NX7, по-моему, на самую первую ревизию. Сейчас уже вышла четвертая их инкарнация. Тоже на 10-миллиметровом динамике, правда теперь он с бериллиевым напылением, четырех арматурных излучателях и в качестве новшества с 7-слойным пьезоэлектрическим драйвером на высоких частотах. Но это, друзья, еще не все. С наушниками идет три пары сменных фильтров и любимые мною амбушюры типа КБ-07. При этом хотят за такое сокровище вполне гуманных денег. О том и поговорим. Поехали! Пришли наушники в большой белой коробке с гордой надписью про 7 излучателей. Это двойной динамик и парные арматурные излучатели посчитали, конечно же, по отдельности. В комплекте была документация, плотный синий бокс, пакетик с фильтрами и два набора неплохих силиконовых амбушюр. Кабель внешне приятный, он толстый, витой, с QDC-коннекторами и с сопротивлением на левом и правом канале по 0,6 Ома, а на общем 135 тысячных Ома. Да, это та же хитрость, к которой прибегают всякие дорогие бренды. Сам я такое не одобряю. Чашечки сделаны, судя по всему, из прозрачного пластика с отверстием для компенсации, средним по размеру звуководом, играющим здесь к тому же роль фильтра, и абстрактно раскрашенной внешней частью. Смотрится это интересно, особенно с позолоченным кантом, да и сидят они весьма удобно. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по всем характеристикам импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 136 тысячных процента, что просто гениально. Фаза абсолютно обычная, а водопады на 30 и 60 дБ вы видите на соответствующих графиках. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 9,5, 7,5 или 6,5 дБ в зависимости от фильтра, с плавным переходом на середину, достаточно выраженной областью разборчивости и целой серией весьма агрессивных пиков на самом верху. Нормально это маскируется только на красных звуководах, где серединка их серьезно так прикрывает. Черные тоже неплохие, в них верх балансируется басом. Ну и самые спорные – это те, которые нам установили из коробки. Сравнивать данную модель ни с чем не буду, такого гвоздя на высоких частотах давно уже никто не делает. На служе, в случае с черными фильтрами, модель мне показалась басовитой, с приятно насыщенной и хорошо проработанной серединкой и с в меру комфортными высокими частотами. Небольшой пик там, конечно, имеется, однако на фоне раскатистых низких частот он почти неощутим. Думаю, именно в такой конфигурации наушники раскрываются лучше всего. Золотые звуководы, накрученные нам из коробки, тоже дают глубокий динамический бас и по аналоговому теплую и очень подробную серединку, однако на самом верху с ними есть небольшая заглушенность и неестественно звучащая резкость, негативно влияющая, например, на верхние регистры женского вокала. Да, все не так плохо, как у 7 Hz 5, однако назвать этот звук взрослым или серьезным лично у меня язык не повернется. С черными насадками приходит басхедность, и сам звук этим как бы уравновешивается.
Ставить же красные фильтры рекомендую лишь тем, кто привык к повышенной яркости, агрессии и бритвенно-резким скоростным характеристикам. Как вариантах использования я вижу только различную тяжелую или электронную музыку. Золотые действительно более-менее универсальны, но энергетика средних частот у них чуть ослаблена, а верха наоборот чересчур резкие. Для вокала же чего-то инструментального, живого или джазового, я бы выбирал басовитые черные фильтры. С ними и легкая заглушенность на верхах не так ощутима, и тембры получаются предельно сочными и очень объемными. Развитие пространства сцены в глубину, как и положено бюджетным наушникам, тут на самом базовом уровне. Вовлечение в материал среднее, однако все прекрасно с прозрачностью, разделением инструментов, динамикой и общей выразительностью. 7 Герц 5 или RTT 10, я их даже сравнивать не буду. Герои обзора в целом звучат намного интереснее. А вот на фоне тоже гибридных Kiwi Scanta наша модель кажется заметно проще и в тембральном плане, и по сцене, и по балансу частот. То есть, несмотря на целых 7 заявленных излучателей, у производителя получились обычные бюджетные наушники уровня продвинутого меломана. Текстуры в них реально хороши, есть драйв, эмоции и даже кое-какая мелодичность. За счет фокусов с сопротивлением штатный кабель еще чуток добавляет нам объема, ну и хорошо так подсвечивает зажатость высоких частот. Согласованность драйверов здесь тоже на четверочку. Прямо-таки ступенек или разрывов по разрешению у них нет, а вот по характеру диапазоны отличаются. Как результат, свою цену очень достойно, но никаких задатков или намеков на что-то серьезное в них, конечно же, нет. Итогом наушники NX7 MK4 от компании Nice HCK приятно смотрятся, достойно сидят. Амбушюры в комплекте мои самые любимые. Более-менее терпимый кабель, целых 3 набора фильтров и довольно самобытная АЧХ. Звучат же они чисто, текстурно, с элементами насыщенности и аналоговой теплоты, но, как и положено дешевым наушникам, плоско, разнородно, не особо мелодично и с чуть поджатым таким агрессивным верхом. На фоне других наушников из своего сегмента это выглядит бодрячком, однако без чудес и каких-либо откровений. Просто нормальные бюджетные наушники. А у меня на этом все. Это была модель Nice HCK NX7 MK4. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра!